Он служил в погранвойсках. В 96 году в Чечне попал в плен. За отказ снять крест и принять ислам боевики отрезали пограничнику голову. Ему было только 19. В каждой церкви российской отслужите молебен. Явлен новый заступник в небесах у Руси. Рядовой Родионов, как прибудешь на небо, ты у Бога прощенья грешным нам попроси. Ты у Бога прощенья грешным нам попроси.